сегодня нам 20 лет, нам очень важны ваши слова. Боже, вы такие уже взрослые, а мы только начинаем вместе с вами, поэтому я надеюсь, что у нас с вами будет и 40, и 50, и большие-большие юбилеи. Хотим поздравить компанию Bobtrade с этим юбилеем. Мы знаем, что первый договор, который в Харькове подписал Bobtrade, было именно с Харьковским университетом радиоэлектроники. И мы думаем, что в самое короткое время Bobtrade снова станет хорошим, устойчивым партнером для нашего университета. Добрый путь. Ну, естественно, мы очень благодарны компании Bobtrade за приглашение, за прекрасный праздник, который они нам подарят. Мы в этом не сомневаемся, мы уже у вас не первый раз. И желаем, естественно, вам всем крепкого здоровья, благополучия, процветания на той нише, которую вы уверенно заняли. И всего вам самого-самого доброго. Hello. So, this is a New Year party, 20 years of Bobtrade company. So, what can you wish or you say something to Bobtrade? Yeah, I wish to be happy and well, Bobtrade is a good group of education that provide us to be here, and we are just well satisfied and we are too happy about this. Благодаря компании Bobtrade все мечты сбываются. Вот в этом году сбылась моя мечта. Я посетила Африку. Я очень благодарна Счастья, компании. Всех благ. Радости, развития и удачи всем тем, кто связан с данной компанией. Один из самых лучших, самое крупное. И, как говорят, что так и теплая атмосфера, как домашняя у них всегда. И, как я знаю сам свой актив, как старший, как брат, он один из самых лучших человек, который я встретил в своей жизни. И я желаю ему и его фирму самое-самое лучшее. Прекрасных вам сотрудников, самого хочется пожелать прекрасных друзей вашей компании, прекрасных контрактеров, процветания, всего самого доброго. We love Bobtrade so much. We love Hardeep Singh. We love Sachin Kaushik, and he does a, they do a lot of things for us, and we are really obliged to them, and we are very happy for them because they have completed 20 years. So. Long live Bobtrade. Чтобы были успехи, чтобы такой же был дружный, слаженный коллектив. Very grateful to and thankful to the Bobtrade company because every time they help us, every time they give us a platform to perform everything, whether it will be of like in education or whether it will be of like ground or like for playing and everything in every type of entertainment. They provide us everything, like they help us in every situation and every time they are standing with us. Мне очень приятно, что наш университет на протяжении долгого времени сотрудничает с вашей компанией. Число студентов иностранных, которые обучаются в нашем университете, уже перевалил за сотню. И я надеюсь, что следующие 20 лет ознаменуют увеличение числа студентов. И надеюсь, что наше сотрудничество с вашей компанией будет очень плодотворным и принесет пользу и иностранным студентам, и вашей компании, и нашему университету. First of all, I'd like to take this moment to thank Bobtrade Committee for always being here for the students and also congratulate them on their 20 years of success. Happy New Year to everybody. Поздравляем с юбилеем, желаем дальнейшего процветания, чтобы все студенты, которые учились в городе Харькове, были Bobtrade.
вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня мы можем смело, полноценно всех поздравлять и поздравлять друг друга с юбилеем Bob-Trade, а именно 20-летием. Уважаемые дамы и господа, мы бы хотели, конечно, чтобы каждый из вас немного вспомнил, как начиналось сотрудничество с Bob-Trade, что изменилось в течение этих 20 лет, те, кто находились на протяжении многих лет рядом, что изменилось за последнее время и что, возможно, обязательно изменится в ближайшее время. На самом деле, готовьтесь к тому, что мы сегодня будем немного дарить подарков. Готовы к этому, скажите? А подарки сегодня крутые, поверьте. И я буду рассказывать об этом чуть подробнее попозже. И какие подарки мы сегодня будем дарить, я обязательно расскажу, даже перечислю этот ряд подарков. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы все-таки начать, для того, чтобы поднять сегодня первые бокалы, я предлагаю прямо сейчас вспомнить немного истории Bob-Trade. Поэтому попрошу вас прямо сейчас посмотреть, пожалуйста, внимательно на наш экран. Bob-Trade является ведущей аккредитованной компанией по набору студентов со всего мира на украинском рынке образования, сотрудничая с ведущими высшими учебными заведениями страны. Bob-Trade ведет свою историю с 1995 года, когда был подписан первый контракт с Харьковским национальным медицинским университетом. Уже более 10 тысяч выпускников по всему миру осуществили свою мечту получить качественное образование в украинских университетах благодаря Bob-Trade. Это не все, также хотелось бы продолжить еще. Более того, компания работает с лучшими университетами Украины в городе Харьков, Днепропетровск, Одесса, Винница, Запорожье и Сумы. Министерство охраны здоровья и Министерство образования Украины неоднократно в своих отчетах отмечали высокий уровень работы компании Bob-Trade на рынке образовательных услуг. За 20 лет успешной работы компания Bob-Trade – это всегда лучшие университеты, студенты и выпускники. Ответственность, высокое качество услуг и безупречная репутация позволяют Bob-Trade оставаться на протяжении 20 лет лидером в своей сфере, обеспечивая первоклассный сервис от выбора университета до организации досуга иностранных студентов в Украине. Bob-Trade всячески поддерживает общение между украинскими и иностранными студентами. Именно благодаря диалогу, совместным мероприятиями молодежь может узнать больше о традициях других стран и тем самым расширить свои горизонты. В 2013, кстати говоря, году Bob-Trade содействовала открытию Украинско-Индийского академического центра в Харьковском национальном университете имени Владимира Назаровича Карасина. Более того, друзья, центр занимается активным содействием по развитию плодотворных отношений с Индией в культурной, научной, образовательных сферах, реализуется двухсторонних проектов академических обменов, а также хорошего, прекрасного взаимообмена образовательных программ, гарантов по проведению совместных научных исследований. Ну и, собственно, как вы можете продолжать наблюдать наш видеоряд, по данной презентации можно полноценно говорить о том, что Bob-Trade продолжает развиваться, ценит национальные традиции, всячески поддерживает социально-культурную жизнь студентов. Компания организовывает туры между студентами по крикету, футболу, теннису, бадминтону и так далее. Более того, всячески поддерживают любовь к футболу у своих студентов. И, конечно же, дорогие друзья, Bob-Trade берет на себя ответственность не только за иностранных студентов, но и активно помогает тем, кто нуждается в Украине и за рубежом. Bob-Trade – это успех, это забота о студентах уже на протяжении 20 лет. Кстати говоря, компания Bob-Trade оказывает помощь детским домам и интернатам, вынужденным переселенцам из зоны АТО, пострадавшим от землетрясения в Неаполе, а также по наводнению в Китае. Все это та самая компания, о которой хочется говорить неоднократно. И поверьте, я лишь только засчитал малую часть, я бы сказал, одну четвертую часть от того, что есть на самом деле. Компания Bob-Trade – это настоящий успех, который заслуживает колоссально громких аплодисментов. С 20-летием, дорогой и родной Bob-Trade. Давайте поаплодируем, друзья!
Я бы хотел на сцену, с вашего позволения, уважаемые дамы и господа, пригласить невероятного человека, без которого сложно было бы представить сегодняшний вечер, да и, собственно, все эти 20 лет, о которых я так долго и тщательно рассказывал на сцене. Приглашается на сцену генеральный директор Катин Тинг. Друзья, давайте поаплодируем, поприветствуем аплодисменты. Спасибо, что вы пришли, нашли время. And thank you to my friends who came all over from the India. Двадцать лет. Я начал сегодня чувствовать себя старым, первый раз. Это было так давно и так недавно, как мне кажется, что только вчера начал. Вчера мы только разговаривали с Владимиром Дмитриевичем Марковским. 96-й год. Ну, я, в принципе, себе погадал, помню, я не буду всю историю рассказывать. Самое главное, спасибо всем университетам, которые помогают. Вы действительно помогли. И я всегда говорю, что харьковские вузы и БОБТРЕ – это настоящие украинские патриоты. Слава Украине! Спасибо нашей команде, команда БОБТРЕ, 20 лет, я всех вас тоже поздравляю. Спасибо еще раз, вы пришли, я не буду отнимать много времени, мы пришли, чтобы веселиться. С наступающим Новым годом и Рождеством вас. Спасибо. А мы попросили, не уходите, Катя, пожалуйста, не уходите. У нас есть небольшой сюрприз, который не прописан в сценарии, для вас это тоже удивление, но, собственно, я бы хотел, чтобы сейчас ребята сами рассказали, что это, для чего это и как-то. Друзья, давайте еще раз поаплодируем, мы всегда поддерживаем то, что не было продумано ранее. Санчин-Хайя. Будем продолжать. Между нами находятся два выпускника с вузом, который я в 95-м году начал работать. И один из них стал очень моим близким другом еще с того времени. Хочу приветствовать доктора Лоу-Бансера и господин Тараса Сихенко. На сцену, пожалуйста. Эти наши выпускники медуниверситета 96-й год. Добрый вечер, дорогие друзья! Рад вернуться в Харьков через... Сколько лет назад мы с тобой закончили Харьков? 19. Это в уроке будет 20. Дорогие друзья! Низкий поклон нашему деканату. Помним, любим, уважаем, господин Летик, господин Марковский. Мы вас любим, уважаем. Вот. И честно скажу, хочу похвастаться.
Сегодня, благодаря Харковскому медуниверситету, Тарас Ігор сьогодні немножко влюбився в політику. Я хочу сказати, що багато з нас стали відомими лікарями. Пан Алок став, я можу сказати без перебільшення, що він є провідним лікарем ортопедом-травматологом Києва. Я, на жаль, став просто депутатом Харківської міської ради. І хочу сказати, що той досвід, ті знання, які давали нам наші вчителі, ті знання, які взагалі можна отримати в наших університетах, не треба сприймати просто як суто специфічні знання. Ці знання про життя. Ці знання про те, як має виглядати наше майбутнє. Тому я хочу сказати, що те, що чим займається компанія, яка займається іноземними студентами, іноземними жителями, які приїздять до Харкова, це є життя. Це є просто те, про що ми можемо говорити, те є про що можемо пишатися. Давайте будемо дякувати компанії, дякувати за те, що є в нас така компанія. Дякую. Я добавлю немножко от имени Харкова, так бывший выпускник, как, я не знаю, я горжусь, кто учился в Харкове. Вы знаете, как, когда меня спрашивают, где ты учился? В Харкове. Где твоя школа? В Харкове. Медуниверситет, институт ТНК. Это все в Харкове, ребята. Я горжусь, что я харковчанин. И поздравляю своего близкого друга, Бандипа, Сачина, с такой гордостью, 20 лет компании. Я знаю этих ребят, знаете, с такими. Имеется в виду, что они начинали свою карьеру, когда я был на пятом-шестом курсе примерно. И честно, очень рад за своих друзей, которые помогают нашим землякам, нашим друзьям. И не только в плане учебы, ребята, эти два ребята, которые развивают не только учебу в Украине и спорт. Я знаю Хардипа, Сачина, которые не только крикет. Есть фанаты крикета и футбол, и остальные. Поэтому, ребята, поздравляем вас, ваша компания. Дай Бог, не только 20 лет, многих лет, много лет вам. Людей, которые присутствуют сегодня здесь вместе с нами, теперь бы хотелось быстренько вкратце рассказать о лотерее. Дорогие друзья, мне принесли вот такую вот некую колбочку, которая находится на, собственно, свернутой бумажке, и сложена несколько раз, внутри написаны номера. Эти номера соответствуют вашим пригласительным билетам. А достаньте, пожалуйста, те, у кого есть пригласительные билеты. Достаньте, посмотрите внимательно. В одном из уголков написан некий номер. Этот номер, возможно, будет соответствовать с номером именно вашего пригласительного билета. Поэтому попросим, пожалуйста, не терять на протяжении всего вечера данные пригласительные. Не передавать, потому что, возможно, именно вы сможете стать победителем и запомнить цифру вашего пригласительного билета уже прямо сейчас. Почему-то, потому что, друзья,
Хотелось бы быстро рассказать о подарках во время лотереи. Спросим прямой такой вопрос. Будьте добры, скажите, кому нужны USB-флешки? Ну, кто бы хотел, чтобы абсолютно просто так добавилось в рабочее время несколько USB-флешек? Ну, вы бы хотели, чтобы у вас была USB-флешка дополнительная, просто так? Неинтересно, правда, а вот там кивает головой, смотрите. А то, видите, пока вы в прошлый раз выигрывали, тут и говорят, хотят. А я знаю, что вы хотите. Вы хотите наушники. Ну, как вариант, да, плеер вставили, идете на работу, все в порядке, вы наушники играют, все хорошо. Вот. А помимо наушников, те, кто не хотят наушники и USB-флешки, сейчас я открою, я записывал, как я начали подарки. Друзья мои, у нас есть также сегодня в розыгрыше два планшетных компьютера. Тут уже поинтереснее становится. Кто становится, вот там сразу аплодирует, говорит, мне, пожалуйста, один планшет, пожалуйста, мы умоляем. Ребята, теперь еще раз напоминаю. А это еще не все подарки. Доставайте пригласительные, запоминайте ваши номера. Далее, мы сегодня также разыграем в ритме лотереи мобильный телефон. Достаточно хороший мобильный телефон на последнем андроиде. И главный момент, друзья. Ближе к самому, собственно, завершению всей лотереи. На самый конец. Давайте варианты ответа, что мы разыграем. Как вы думаете? Телефон? А, айфон, так. Я смотрю, там человек уже со всеми пригласительными вашими сидит. Ага. Друзья мои, под самое завершение лотереи мы разыграем iPhone 6s. Поэтому можно похлопать по компании BobTrade, кто хочет выиграть iPhone 6s. А я бы обратил внимание, зачем хотим обратить внимание, сколько людей хотят iPhone 6s. То есть вы понимаете, да, что еще долгие годы сотрудничества будут прийти обязательно. Друзья мои, поэтому еще раз вас, пожалуйста, прошу, достаньте ваши пригласительные билеты и посмотрите внимательно на ваши номерки. Пока многие ищут пригласительные, мы пожелаем вам приятного аппетита и понимания бокалов, и я бы хотел пригласить снова к нам на танцпол. Дорогие друзья, тех прекрасных девушек, которые заслуживают также громкие овации сегодня. Перед вами на танцполе образцовый ансамбль и диску танца «Ситара». Давайте поаплодируем снова! Thank you.
самом деле я уже ранее говорил сегодня, что мы будем несколько раз приглашать как минимум на нашу сцену замечательных прекрасных людей, которые сегодня присутствуют вместе с нами. Я бы хотел попросить приготовиться нашего коммерческого директора, зачем также вы нам сейчас понадобитесь на сцене. Если это, пожалуйста, возможно. Огромное спасибо. А также, дорогие друзья, попрошу поаплодировать после того, когда приглашу на сцену проректора Харьковского национального медицинского университета Марковский Владимир Дмитриевич, а также проректор Харьковского национального университета имени Карасина Назыру Закир Фатихович. Давайте поаплодируем, друзья. Приглашаю вас, пожалуйста. Да, пожалуйста, если у вас есть затруднения. Надежных партнеров, партнеров нашего университета, компанию BookTrade. Я помню вот тебя, молодого, красивого, 10 лет назад, когда мы встречались. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что на сегодняшний день Харьковский национальный университет — единственный университет в Украине, который участвует в трех рейтингах, занимает места в 500 лучших университетов. Это рейтинг Times, это шанхайский рейтинг и это рейтинг Curious. Вот одна из составляющих рейтинга является международная работа. Международная работа входит в качество и количество иностранных студентов. И здесь, конечно, я очень рад, что у нас есть компания BookTrade, которая помогает нам, университетам, и то, что университет занимает такие высокие места, конечно, ваша заслуга. Большое вам спасибо. Второй момент я хочу сказать, что компания BookTrade находится на правильном пути. Мы создали центр, индийский центр дружбы, и компания BookTrade оказывает очень большую поддержку нашему университету при проведении различных мероприятий. Это и чемпионат Украины по крикету, это и культурологические мероприятия. И я хочу сказать, что на сегодняшний день в свете нового закона Украины об образовании, который позволяет расширять права университета, здесь, конечно, сотрудничество с компанией и предложения наши будут, конечно, более глубокие, и мы думаем, что компания выйдет на более новый уровень, и компания будет осуществлять набор прекрасных студентов на Украине. Я хочу пожелать вам всего самого-самого хорошего. Хочу сказать, что мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, и что наши университеты открыты для сотрудничества, потому что компания BookTrade — одна из лучших компаний, которая не только осуществляет качественный набор студентов, но она о них заботится и всячески помогает университету. Спасибо вам большое. Удачи вам. Нашего дорогого генерального директора в Харькове начали вводиться новые формы преподавания. Только благодаря Хадибу Сингу, его фирме BookTrade, мы начали первые преподавания на английском языке. Это было трудно, но мы это сделали. Это благодаря этому сотрудничеству. Я рад тому, что мы 20 лет плечо к плечу работаем вместе. И самое главное, я хочу сказать, что великое счастье видеть того человека, которого ты хочешь видеть, и знаешь, что он тебя хочет видеть. Хотя бывают всякие проблемы, вопросы, но это рабочие моменты, рабочие вопросы. И только благодаря такому сотрудничеству мы можем дальше преодолевать
все препятствия, которые стоят перед нами. И только благодаря этому сотрудничеству мы будем наращивать потенциал набора студентов. Потому что иного пути у нас нет. Я хочу прежде всего от имени и по поручению нашего дорогого ректора Владимира Николаевича Лесового поздравить, передать слова благодарности, передать вот этот диплом. И в преддверии Нового года для фирмы «Боб-трейд», для праздника Ельни мы передаем целый букет новогодних шаров. Пусть ваша жизнь будет такой же веселой, легкой, какая она была до сих пор. Я желаю вам всего самого-самого доброго, дорогой мой. Да пока не открываем. Интрига небольшая. Друзья, я еще раз попрошу, пожалуйста, достать ваши, пригласители билеты. Именно благодаря этим билетам мы сейчас узнаем, что упадает ли цифра на вашем билете. С той цифрой, которую мы достали первой, огромное спасибо. А мы достали две. А мы кладем. Все честно, вы все видите. Итак, цифра 151. Пригласители по номеру 151. Если вы грузаете, друзья... Некоторые не взяли с собой, передумали, дай Боже, шестец, что делать? Что, это, по-моему, ваш был. Я и так вам обещал уже подарок. Ну, давайте вот так, хорошо, еще раз, 151 есть, нету? Давайте дальше выделим, ну, сейчас, давайте, да, давайте по очереди договорились. Ага, спасибо. 151 я пока откладываю, это мало ли. Цифра 27, ну, 27-то должен быть. Должен же быть. Пригласители с номером 27. Уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа. Слушайте, ну я прошу прощения, что я вас так немножко больше задерживаю. Я обязательно вам дам новогодние подарочки. Помогите так. Хорошо. 27-й раз. Есть, нету. 2-3 продано. Хорошо, давайте дальше. Ага, по одному сразу давайте достанем потом. Достали, да? Ага, открывайте. 136. Где? Кто-то сказал у меня. Зия, покажите. Идите сюда к нам, вот так обходите, можете прямо на сцену к нам бежать. Друзья, ну что, у нас есть на первый, пока там будет 136, вы достали уже 78. Есть? Пригласительный с номером 78. Слушайте, ну прям вообще. А что ж будет? Хорошо. 78. Нету. Да. Не, на лифт не надо, сразу вот на ступенечки к нам. Ребята, официанты, покажите как на сцену, пожалуйста. Да, спасибо. Достали? Хорошо, спасибо. Давайте откроем сразу. Пора к нам спускаться. 190! Так, идет к нам. Идет к нам. Идите к нам. Да спускайтесь вы, я ж не паспортный контроль, на самом-то деле. Я регистрацию не проверяю сразу на ступеньках. Так, давайте покажем, какой у вас пригласительный. Замечательный. 136. Это вот, видите? Так, ну что, как зовут вас? Друзья, давайте сейчас покажем вам. Так, мне тут говорил парень, говорит, я буду стоять тут охранять, помогать тебе. Ушел. Классно. Ага. Опа, спасибо тебе, друг. Ребята, дамы и господа, благодаря вам, собственно, флеш-карта на 16 гигабайт от BobTrade. Это вам спасибо большое. Покупайте первому вашему. Увидите себе, друзья. Какой там у нас? 190, да, спасибо. 190, вы сказали, что вы знаете. У нас еще там флеш-карта, если можно, вторую уже. Пожалуйста, я же вам обещал подарочки, помните, да? Ага. 190, нету, дальше. Быстренько смотрим. 91. Есть, нету. Где? Есть! Супер, 91 отрадом. А тут уже все. Давайте его обратно завернем. Слушайте, пока там идет 91 номер, я бы хотел сказать вам большое спасибо и вручить вам несколько новогодних подарочков в виде вот таких вот новогодних штучек, чтобы у вас новогоднее настроение поднималось. Большое вам спасибо за... Ну что, где? Идет к нам прекрасная вещь. Идет. Здравствуйте вам. Идите ко мне. Слушайте, ну, давайте проверять. Подождите. А ну-ка откройте. А то вдруг там не так. Да. 91. Друзья, поаплодируйте еще. Вы увидите. Спасибо большое, друг. Как вас зовут?
Наталья, Наташа, поздравляем также флеш-карту. Насколько? На 512 мегабайт. Держите. 16 мегабайт. Это вам, друзья, аплодисменты Наталье. Член Международной ассоциации иллюзионистов Америки. Более того, он состоит в одном клубе с Эйдом Копперфилдом. Я не шучу. Это правда. Это так. Более того, друзья, я могу продолжать его регалии еще очень много говорить, но такой магии вы не увидите нигде и никогда. Давайте поприветствуем аплодисменты на сцене. Только у вас и только для вас Юрий Курицкий в эти руки. Встречайте! Thank you.
Девушки любят кольца.
пригласить проректора по научно-педагогической работе Каменский национальный технический университет Каменский культехнический институт Крепунов Геннадий Семенович, а также хотел бы пригласить нам на сцену декана Каменского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Юрий Иванович, просим, пожалуйста, подняться также вас. И собственно, просим вас также. Казин, просим, пожалуйста, тоже подняться. Здравствуйте вам. Давайте еще раз поаплодируем, друзья. Так, я подальше не здесь. Юрий Иванович. Ага. Пожалуйста, поднимайтесь к нам. Уважаемые друзья, от имени ректора нашего университета, профессора Сокола Юрия Ивановича, я хочу поздравить компанию «Бобтрейд» этим знаменательным юбилеем. Я хочу сказать, что эта компания, она действительно очень динамично развивается. И в последнее время, кроме активного сотрудничества с медицинским университетом, с университетом Калазина, Национальный технический университет, Харьковский политехнический институт, активно сотрудничает с вашей фирмой. И я надеюсь, что этот положительный пример, который у вас есть, мы перенесем и на технические специальности. Надеемся, в будущем мы тоже можем с вами гордиться десятками тысяч выпускников не только медицинского профиля, а и технического. С праздником, с юбилеем и надеемся на долгое и продолжительное сотрудничество. Спасибо. К сожалению, мы не можем похвастаться такой долгой историей. Мы сотрудничаем с этой замечательной фирмой всего лишь 2 года. Но вы знаете, это сплошное удовольствие работать с такими людьми. Я благодарю Бога, что 2 года назад на семинаре в Украинском Державном Центре Международной Освиты мне удалось познакомиться с Харкивом. И с тех пор мы, надеюсь, дружим и сотрудничаем. Я надеюсь, что вот я поддерживаю слова представителя политехнического университета. Мы сейчас учим только авиационных инженеров, но я думаю, что скоро мы начнем учить иностранных студентов прилетать. Поэтому совместно с университетом, с компанией GoTrade мы пойдем на взлет. И мы вместе отмечаем 30 лет, 40, 50 и так за бесконечностью. А в этом году мы отметим 80 лет, 5 лет нашего университета, поэтому хочу на память вручить эту памятную книгу Харкивку Свежу. Геннадий Семенович, мы сейчас будем разыгрывать наушники. Дорогие друзья, можно так, поглубже куда-нибудь так. Одну бумажечку, главное, Геннадий Семенович. Ага. Открывайте. Одну, давайте, какую угодно, которую вам удобно. Номер 86. Номер пригласительного, номер 86. Если в этом зале обладатель данного пригласительного. Есть, да? Геннадий Семенович, вы счастливы на руку. Это вам для вашей супруги передайте лично от меня. Спасибо большое. Геннадий огромное спасибо за помощь. Да, сейчас вам вручим. Спускайтесь, надо спускайтесь. Подаем вам ручки. Давайте проверим сначала, что 86 не может быть. Не может быть. Такое может быть. Слушайте, но сейчас у нас есть специально обученный парень. Спасибо большое. Геннадий Семенович, попрошу вас, пожалуйста, вручить подарок. Специальный подарок, наушники, как и обещали. Давайте будут. Еще один подарок нашему Луке Мире.
Thank you.
пригласить директора Центра международного сотрудничества Харьковского национального университета имени Василия Назаровича Карасина Чупалову Елену Александровну. Давайте поаплодируем. Также, Сачин, просим вас к нам на сцену, если вас не затруднит. Елена Александровна. Здравствуйте вам. Вот, собственно, наши мимо Никита Жуслова бегут к нам. Ну, давайте вам микрофон дам. Что это у вас? Я вижу, какая-то есть грамота. Спасибо Олимпийскому центру, который всегда все наши торжества, все семинары, все рекламы, это благодаря Олимпийскому центру. И что у вас есть там? Центра международного сотрудничества от имени Украинского индийского академического центра Харьковского национального университета Василия Назаровича Карасина. Благодаря тому, что у нас администрация Дмитрий Тихонович Назыров всегда нас поддерживает, потому что ректор Виктор Павлович Бакиров, конечно же, потому что на самом деле то, что происходит в нашем университете, те изменения, которые происходят в сфере диалога культур, поддержки иностранных студентов, они, конечно, идут сверху, от души, большой любовью и большой поддержкой. И хотим вручить вам от имени Центра международного сотрудничества коллективу компании «Bob-Trade Education Group» за сумлитну вибрацию, вагомый внес в сферу международной освіти до знаходи 25-річчя заснування компанії почесно грамотно. Дякую вам, каждый всем. Огромное спасибо, друзья. Давайте поаплодируем. Елена Александровна, огромное спасибо. Катя, я попросил бы далеко не уходить вас, на самом деле. Да, потому что зачем-то остался. Катя, попросим вас также к нам буквально через пару секунд вернуться, потому что у нас сцену. В эти минуты хотелось бы пригласить под ваши аплодисменты. Дамы и господа, к нам на сцену поднимается почетный консул Турции Гурдикайков Белый Владимир Михайлович. Давайте поаплодируем. Уважаемые дамы и господа, конечно, я хочу в первую очередь обратить ваше внимание на этих двух симпатичных, молодых, красивых ребят, которые отличаются очень большой скромностью. Они пригласили меня, Владимир Михайлович, в преддверии Нового года, приходите, пожалуйста, на корпоратив, который мы организовываем для ректоров высших учебных заведений города Харькова, техника и коллектива. И буквально в том же день я узнаю, ребят, оказывается, 20 лет их незамечательной фирме «Bob-Trade», которую они возглавляют. Поверьте мне, то, что делают эти ребята, они делают очень многое для нашей дорогой Украины. Потому что каждый студент, приглашенный ими в Украину для обучения вуза, это является маленькие инвестиции, а то количество студентов, которые они приводят во всю Украину, если сложить всех тех студентов, которые платят деньги за обучение в Украине, это складывается в огромную сумму, которая нуждается Украина в этот день. Это не только в образование, это инвестиции в город Харьков и в Украину в целом. Но я хочу сказать, что кроме этого, они занимаются еще, и я с ними познакомился на одном из мероприятий в благотворительной сфере. Я хочу сказать, что они не только зарабатывают деньги и приглашают студентов, но они очень много помогают и занимаются благотворительностью. Они помогают детским домам, они помогают деткам
собственной отсталости. Они помогают разным верстам населения в городе Харькове и не только, которые остро нуждаются в помощи. Вот этим подкупили меня ребята, потому что то, что они делают не только для Министерства образования, не только для инвестиций, но и они делятся с теми, кто нуждается в их помощи. За это огромное спасибо. И я хочу им вручить от почетного консула Турции в городе Харькове вот эту вот награду за благотворительность. Ребята, большое вам спасибо и занимайтесь. И мне, как почетному консулу, я должен сказать, что я должен работать над тем, что такое количество студентов, которые поставляют в Украину, поверьте мне, это много стоит, и я буду стараться, чтобы не только индийские студенты было много в Украине, но и турецкие. Друзья, еще раз поаплодируем, пожалуйста. Владимир Николаевич, мы можем попросить вас, пожалуйста, остаться ненадолго на сцене, нам поможет. У нас есть такая сегодня небольшая традиция. Мы сегодня разыгрываем подарки. Ну, а все, кто поднимается нам на сцену, нам в этом помогает. У нас есть вот такая вот папочка, мешает. Тут есть номерочки. Просто вытащите одну бумажечку и пока ее не открывать, подержать ручку. Спасибо. Друзья, я напоминаю, а Владимир Михайлович нам сейчас помогает разыгрывать. Знаете, что мы сейчас будем разыгрывать? Планшетный компьютер. Ого, согласитесь. Итак, дамы и господа, я понимаю, что сегодня мы разыгрываем два планшета компьютера. Итак, планшет достается тебе, открывай. Посмотрим, кому достанется первый планшет сегодня. Обладателю пригласительного с номером 199. Есть в этом зале номер 191 пригласительный. Давай себе, спасибо. Итак, еще раз 199. Ребята, планшетный компьютер сейчас нам не достанется. Вы понимаете? Да, давайте следующий, Владимир Николаевич. Давайте еще. Вот так кто-то потерял свое счастье. Так, что у нас далее? Открываем. Номер, ух ты, прям так, четко, 150. Номер 150. Да, господа, есть! Не может быть! Сейчас, подождите, это не факт. Так уже было несколько раз, а потом... И нету. Есть, да. Слушайте, друзья, поаплодируем. Нам сейчас рулет. Поднимайтесь к нам, сейчас мы все проверим. Здравствуйте вам. Ах, давайте ручку не бойтесь. Как вас зовут? Как? Лариса. 150. Владимир Николаевич. Все верно? Все верно. Какой вуз спрашивают? Ну, дамы и господа, дорогие друзья, аплодисменты. У нас есть победительница. Еще одна лотерея. Новенький планшетный компьютер «Велосипеда Фриваж». Поздравляю вас. А вы думали там что? Ну, хотите, пожалуйста, у нас и вам есть подарочек. Секунду, секундочку. Я же не могу просто так вас отпустить. Это вам с наступающим Новым годом. Большое вам спасибо. Спасибо большое, друзья. Аплодисменты еще раз. Первая команда, которая сегодня будет бороться за подарки. Итак, девчонки, на самом деле, сейчас будет очень простой конкурс, достаточно легкий, он пройдет вообще нереально быстро. Все будет зависеть от того, как долго будет думать единственная блондинка в вашей компании. Понимаете? Вот. Но не в этом даже суть. На самом-то деле, против вас сегодня будут бороться мужчины. Смотрите, надо помогать одевать. Будут джентльмены. Сами можете, да? Так, секунду. Опа. И я помогу. Видите, я же вам говорю, давайте помогу. Черный, вот, но может все когда-нибудь измениться. Тем не менее, именно туры написаны буквы, которые нам будут нужны сейчас. И, собственно, мы вместе с вами по этим буквам пробежимся. Итак, девчонки, быстрее стреляем буквы. Буква И. У вас должна быть на обратной стороне туры сзади буква М. Запомнили? Буква И, буква М. Идем далее. Буква Т. Буква К, хорошо. Буква С, поворачивайтесь. Буква Р, все правильно. Буква С, буква А, все верно. Запомните, пожалуйста, ваши буквы. Напоминаю условия, которые вам нужно сегодня выполнить.
Я засекаю на секундомере время. Я зачитываю список вопросов. Ваша задача во время того, когда я зачитал вопрос, быстренько придумать ответ, скопироваться, громко друг другу его озвучить и выстроить это слово. Как только я вижу, что слово верное, и важно, где вы стоите, задом или передом, я читаю следующий вопрос. Чем за меньшее время вы это сделаете, тем быстрее вам будет сегодня победа. Что-что? Что, Владимир, я понимаю, ладно. Итак, девчонки, включайте секундомер. Приготовьтесь, пока можно еще раз посоветоваться что-нибудь, сказать блондинке, чтобы она вас не отвлекала, как один из вариантов. Девчонки, вы готовы? Я не слышу, готовы? Дамы и господа, поддержите команду девушек. Начинаем некую борьбу интеллекта, можно сказать, прямо сейчас. Итак, на старт. Внимание! Начали старт! По легенде именно он приносит детей. Ага, не вижу пока. Давайте, да. Айс, молодцы, попробуем. Бывает и красная, и черная. И красная, и черная она бывает. Обычно кто угодно ее любит. Так. Игра, молодцы. И цветок угощения, и наркотик. Три буквы, соответственно, четвертая буква отдыхает. Только три буквы. МСК, это что-то другое, это город такой. Так, нет. Мак, молодцы, далее. Так ласково называют кошек. Четыре буквы. Так ласково называют кошек. Кис, это поцелуй или группа такая? Рок-группа, кстати, да. Ага. И вижу тебя. Киса, молодцы. В этом месяце коты сходят с ума. Так, Март, молодцы. Следующий Март, третий три буквы. Его выращивают китайцы, кладут в суши. Три буквы. Следующий вопрос к себе, сына, ну-ка. Рис, молодцы, дали четыре буквы. Когда очень темно. Думайте. Думайте. Я буквы О как-то не наблюдал в ружье у вас. Когда очень темно. Нарву! Нет, это какой-то, может быть, нам консул Турции переведет. Такой я. Так. Марк, это еврейское имя, да, замечательно. Ага. Мрак, молодцы! Далее! Три буквы, там стреляют по мишеням. Там стреляют по мишеням, три буквы. Владимир, ты первая. Молодец. Тебе засчитано. В русском языке ха, а в математике и... В русском языке «К», а в математике я уже подсказал даже. Ира, нет. Икс, молодцы, спасатели. Три буквы дальше. Его объявляют в шахматах. Амута. Не подсказывайте, ребята. Мат, молодцы, четыре буквы. Его называют благородным делом. И без него не пьют шампанское. Без него не пьют шампанское. Это ключевая фраза. Риак! Это какое-то, не знаю, химическое непонятное вещество. Ничего не думайте, но! Без него не пьешь шампанское, что это но! Рис, молодцы, последний вопрос. Сначала Макаревич, потом Ургант, и все это программа о еде. Макаревич, Ургант, программа о еде. Смак, молодцы, стоп, время 2 минуты и 53 секунды. А вот и смех на команде девушек, ребята. Девчонки, предлагаю вам запомнить ваше время. А где мой помощник? Идем, мой друг, идем. А помогай нам снимать, девчонок, собственно, все эти наряды. Ага, а я пока, собственно, пойду за подарочками. Дорогие друзья, не могу не вручить сразу, нашим девушкам подарки, которые уже сняли с себя сие удеяние. Держите, пожалуйста, это вам. Держите, кто следующий, да, сейчас я еще принесу, реально классный. Чтобы новогодний уют у вас был обязательно, держите это вам, спасибо вам большое. Друзья, покупайте команде девушек. У нас сына приглашается прекрасная, невероятная девушка с невероятным голосом, просто Мария. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, громкими аплодисментами.
38. 38? 38? Ребенок не будет врать.
Ребенок всегда прав. Держите это вам. Друзья, похлопайте еще одному счастливому обладателю. Еще одного планшетного компьютера. Будьте добры, не айфона, но пока, ага, вот. Galaxy Tab 3. Это теперь ваша. Под громкие аплодисменты всего зала. Ага, спасибо большое. Да, спасибо вам большое. Детки дорогие, вам за помощь. Мы сейчас, собственно, тоже вам обучим. Иди сюда, Каренчик, это тебе, держи. Тебе с наступающим годом. Девулечки, девчоночки, идите сюда ко мне. Идите, дорогие. Я вам такие красивые, красненькие штучки дам. Это вам. Делись, это тебе. Спасибо большое, покупайте нашим деткам, которые вам помогают. Ну что, друзья, впереди у нас розыгрыш мобильного телефона. Первого на Android, второго на iOS. Это тот самый iPhone 6s. Друзья, те, кто давно мечтали, те, кто думают, как же на самом деле работает его невероятная IPS-система, вы об этом, возможно, скоро узнаете, когда станете счастливым его обладателем. Пока предлагаем недолго потанцевать и отдохнуть на танцполе, поэтому приглашаем советов всех за пультом король дискотеки 90-х, 80-х, современных диджей римских. Приглашаем всех на танцпол.
пригласить к небольшой речи, даже можно сказать, на сцену первого проректора Харьковского национального университета радиоэлектроники Станислав Игнатьев. Пожалуйста, приглашаем вас к нам. Мы вчера с Хардибом, с Сачином вспоминали историю Бобтрейда и вспомнили, что один из первых договоров Харькова был подписан в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. История идет, времена меняются, история никогда не подробна. Поэтому сегодня в лице Харьковского национального университета радиоэлектроники, все его лекции Галуна, нового хорошего партнера, который поможет нашим университетам сделать новым университетом и повторить еще новым университетом. Добрый день! Спасибо большое, что будут аплодисменты. У нас вращается еще один прекрасный диплом. Друзья, давайте поаплодируем. Станислав, попросим вас не уходить, пожалуйста. Да, можете подержать ручку. На самом деле у нас сейчас будет... Да, согласен, мы вытащим достаточно много. Секундочку. Я бы хотел для начала рекламу небольшую произвести, показать некий гаджет. Будьте нам добры. Не-не-не, это рано, я понимаю. Я понимаю, что вы хотите быстрее закончить свой пост. Дорогие друзья, первый мобильный телефон сегодня разыгрываем, который поддерживает 4G LTE формат. Это мобильный телефон Lenovo на обновленном Android. Собственно, для фанатов Android всегда во всем мире вы не дадите мне соврать, что есть спорщики, которые Android и iOS. Они всегда говорят, что лучше. Я лично iOS выбираю. А Станислав, что вы? Android, а вы? iOS, вот видите, дайте 5 здесь. Хорошо, ладно. Итак, вот он, мобильный телефон. Если можно, мы сейчас будем доставать не одну бумажку, попрошу достать. Давайте достанем, сколько мы выберем? 10? Давайте 10. 10, из этих 10 выберем одно. Ну что, я пытаюсь, я не знаю как-то, понимаете? Так, давайте, сейчас. Сегодня пока 4 вижу. Вижу 4. А я сейчас буду их как карту вот так вот делать. Секунду, Станислав, сейчас. Вот так. С меня такой некий шулер сейчас получается. Спасибо, Станислав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не видно номера, честное слово, могу на камеру показать. 9 и 10. Опа! И вот так вот. Спасибо большое. Итак. Хорошо. Вы не боитесь присаживаться, если что? Нет? Смотрите. Давайте так. Я сейчас это все даже вот так вот сделаю. Не трогайте. Станислав, не смотрите никуда. Будьте добры, закройте. Нам поможет, да, картинка закроет глаза. Я мешаю, Андрей мешает. Достали 10 бумажек. Затемнили все. Ребят, сейчас затемнили. Сейчас скажу, что мы подслушиваем. Включите свет, самом-то деле. Закройте глаза максимально. Итак, я сейчас вашу руку направлю, а вы потом... Опускайте, выбирайте. Итак, одну есть. Можно пристать. Картинка, пожалуйста. Что это за номер? Не показывайте, да? 110. Номер 110. Если в этом зале счастливый обладатель, пригласите рулета с номером 110. Я слышу где-то крики. Вот, да ладно! 25, это круто. Картин, замечательно. Ну что, подождите, а что опять там? Вдруг у нее неправильный номер. Секунду. А вдруг там сейчас... Начнется вот это. Так, я сейчас приведу. Это красиво. Слушайте, я вам дам. Давайте тогда вы, пожалуйста, вручите, да, я вам. Сейчас идет к нам красивая девушка. Я помогу приспуститься. Идите к нам. Друзья, давайте под аплодисменты встречать. Пока познакомимся. Как вас зовут? Мариночка. Марина.
Покажите ваш пригласительный билет. Покажите. Покажите. 110? Не-не-не, тут 0,11, ребят. Я шучу. 110. Аплодисменты Марине, друзья. Саш, попросим вас вручить новый мобильный телефон Акумфрейд. Специальный подарок Lenovo. Обновлен Android Run Wash. Давайте немного фотографии, счастливое лицо. Сделайте вот это. Сможете, ну, примерно так, да. Ага. Спасибо большое. Аплодисменты Марине. Ребят, вот он, 6S. Скоро он достанется кому-то. Боже, девушка, прикольно. Я ж так мечтала. Да, именно здесь можно нажать на него и рыбка зашевелится. Да, ребята, вот покажем пока. Держи, возвращаем тебе. Держи, друг мой, держи. Но перед этим мы должны разыграть и все-таки решить тот самый спор, который мы начали. Мужчина против девушек. Стас, да? Серьезно? Серьезно? Спасибо большое. Вы хотите, Станислав, вы хотите. Друзья, мы должны собрать команду из четырех мужчин. И несу еще два. Так. Помочь? Отлично. Давайте вам помогу. Как тут неуютно, да? Опа! Ребят, будьте добры, пожалуйста, максимально так же, как девушки, туда и лицом к нам на сцену. Беру свой. Вы имя ваше помните, а? Молодцы, помните. Итак, быстро познакомимся с командой парней. Как зовут? Артем. Артем. Олег. Олег. Как зовут вас? Меня? Ладно. Вас как зовут? Имя там, с рождения, в паспорте пишут. Андрей, замечательно. Ну и Станислав. Парни, быстро по буквам пробежимся, чтобы запомнили. Буква Ю, буква О. Правильно. Буква К, буква Ф. Правильно. Андрей, буква Н. Сзади у вас, знаете, какая буква? Буква Р, Р, Роман. Понимаете? Р, да. Р и Н. Вам повезло с командой, простите, я старался. Главное с девушкой как-то проигрывать. И, собственно, сзади буква Т и буква... Купа И. Замечательно. Ну что, я включаю секундомер. Пора бы его уже запускать. У вас уже ряд вопросов. Другие буквы, нежели у девушек. Другие вопросы, нежели у девушек. И главное вам сделать все намного быстрее, чем чем 2 минуты и 53 секунды. Сбрасываю время девушек. Парни, вы готовы? Мужская команда, вы готовы? Кстати, готова ваша команда, парни? Замечательно. Итак, давайте поаплодируем команде мужчин. На старт, внимание, время пошло. По легенде, он самый легендарный кинематографический боксер. Боксер, который снимался в кино, бегал по ступенькам, поднимался наверх, у него было несколько частей. Первую часть сняли в 79-м году. Это то, что я даже помню, ребята. Четыре буквы, да. Плюс ли боксер? Охренеть. Юр! Да, интересно будет, ребята. Четыре части этого фильма. Он не был поступить, он был боксер. Это Сильвестр Сталлоне. Понимаете? Как вам еще бы сказать? Первая буква Р. Как вам на курсе? Давайте таскайте их. Сейчас они зажарятся. Ищи. Кого? Буквы Е? А Е и нету в этом молочке, я вам больше вам скажу. Ребята, роки есть такое, знаете? А, да! Движемся далее, уже не надо роки делать. Движемся далее. Полезная ископаемая из болота. А ну-ка посмотрим на улицу, парни. Минуту уже прошло. Ребята, букву оно оторвали уже даже. Трон! Да, девчонки, вы молодцы! Ну почти! Но! Трон! Давайте попробуем первый правильный ответ! Его делают каскадеры! Его делают каскадеры, парни! Трюк! Молодцы! Подземный житель, которого ненавидят дачники! Роя путевой ямки выползает, он слепой! Животное слепое!
Всегда снимает программу и называется он «Бояр». Первая буква «Ф». А время привезет. Я кину, фу, не вижу. Форт, младший форт «Бояр». Оно является для нас важнейшим из искусства. Мы его смотрели по телевизору. Мы будем смотреть все премьеры искусства из четырех букв. Все смотрели «Звездные войны», вон на днях появились, собственно. И все это кино, молодцы. Там играет в теннис, поле, на котором играет в теннис. Первая буква правильно, да. И вижу второй пока. Второй тащи, Станислав, тащи его, правильно. Так. Кот, молодцы. Итак, музыкальный стиль, который мы называем тяжелый, три буквы. Так, а ну да, первая буква правильно стала, третья, да, средняя, рок, молодцы. Итак, у гитары гриф, а в Красном море кораллы, три буквы. Три. О, уйди оттуда, ты мешаешь. Ну-ка, ребята! Ой, если бы ты отошел, было бы все хорошо. Риф засчитан, хорошо. Последний сложный вопрос. Злобный и уродный мой существа из кинофильма «Властелин колец». Думайте! Смотрите на ваши буквы и думайте, ребята. «Властелин колец». Первая буква «О». Существа такие бегали там. Кто вы на камерушка, покажите это! Ор! Нет, последняя буква неправильно. Станислав, последний неправильно, поверните спиной. Станислав! Ор! Все, я говорю, последний неправильно, они побежали все. Охр! А карачок нет такого, так? Ор! Орки! Ну хватит защиты, условно время, аплодисменты парням, друзья! Как вы считаете, дорогие друзья? Как вы считаете, а больше или меньше? Давай так. Меньше, чем девчонки по времени было. Больше, чем девчонки по времени было. Да. Давайте так. У девушек было 2 минуты 53 секунды. У парней это до 3 минут или 3 минуты? Больше. 4 минуты? Или 4 с лишним? 4 минуты и 20 секунд. Время парней. Покормите мужчинам. Парни, будьте там, пожалуйста. Специально для вас. Есть у нас определенные подарки, которые, как и любому мужчине, пригодятся в новом 2016 году. Вот такие, собственно, записные книги новые появятся у вас. Я прекрасно понимаю о том, что это очень нужная штука для любого из мужчин. Огромное спасибо. Где четвертый, только скажите мне? Где четвертый? А, ушел пить, да? Я понял. Сейчас. Товарищ четвертый, будьте добры, мы... Ага, это вам. Я понимаю, что вам уже все равно, в принципе, но это вам. Спасибо большое, это вам. Друзья мои, я бы хотел сейчас вручить подарок команде девушек. Девчонки, вы где? Вот две, я помню, идите сюда. Сделать вас по-настоящему деловыми в 2016 году. А? Шестые айфоны? У ваших мужчин в кармане, собственно, шестые айфоны, поверьте мне. В любой момент любой ваш каприз сказал, а ты мне изменял, и шестой айфон дома. Что, вы не знаете, как действовать, что ли? Вот и все. Друзья мои, я бы хотел, чтобы вы громко поаплодировали команде девушек, потому что они молодцы. Они практически на 3 минуты. Я не побоюсь этого слова, сделали мужскую команду. Завершающий аккорд розыгрыша лотереи у нас подходит в эти минуты. Ну что, давайте нам покажем снова. Я дотянусь, давайте. Давайте, пойдем. iPhone 6s. Он залученный? Или наоборот? Да, конечно, наоборот. Друзья, итак, Хадим, сколько бумажек будем вытаскивать? Ого! А Сачин будет выбирать, да, наверное? Отлично! Сачин! А Сачин будет выбирать, да, наверное? Отлично! Сачин, давайте, я буду... Сейчас я тут расчищу территорию. Там.
попутки, будем это все делать. Из всей нашей колбы мы выбираем 20 бумажечек. Давайте во мне, а я их буду раскладывать, потом мешать. Я тут посчитаю. Опа. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте еще. Давайте, давайте. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Еще две. Ага. 19 и 20. Итак, ну что, дамы и господа, нам это уже не нужно, наверное. Итак, уважаемые дамы и господа, будьте добры, снова достаньте ваши пригласительницы. Смотрите, надо присмотреться девушек, и это конечно. Давайте, давайте, вот, вытащите мой номер. Да, я бы хотел сразу предупредить, дорогие друзья, чтобы сейчас все максимально постарались достать ваши пригласительные билеты. И если мы называем сейчас номер, и этот человек долго молчит, ну, допустим, он говорит, давайте выйдем, друзья, а то твоего номера объявляют. Мы считаем до трех. Если в течение этих, собственно, трех цифр данный обладатель пригласительного не появляется у нас на сцене, по крайней мере, не даст о себе знать, мы тянем следующую бумажку. Поэтому не обижайтесь, не выходите потом, не говорите, ну, меня же первого вызвали. Все, потеряли счастье. Поэтому внимательно, дамы и господа, давайте еще раз поаплодируем компании Bob Trade максимально. Значит, ну что, занимаем позицию, каким, кто выбирает, кто кому глаза закрывает, да? Да, давайте, давайте, присаживайся, а вот так даже, так, откидываем, откидываем, так не смотрите тогда, что ли. А вот, три, а четыре там, вы выбрали пять, значит, а теперь давайте, собственно, из пяти выберите вы, да? Давайте, у вас счастливая рука. Теперь давайте закрываем глаза. Из 20, как я поставил 5, не глядя, ага, опа, открывайте. Вот у нас счастливая бумажечка. Парень в бордовом пиджаке говорит, может быть, это мой номер. Какой хоть, покажите. Как я кому-то показал своих, по-моему, хорошо нам показал, да? А, 193. Цифра 193. Раз. Пригласительный билет цифры из... Да погодите, может его нет сейчас. 193. 2. Еще раз. Начинает звонить, говорит, друг мой, он где-то отошел. Цифра 193. 3. Тянем следующую бумагу, хорошо. Давайте пятую докинем, любую. Любую пятую докинем. Я помешаю их немного, подождите, я опытный в этом деле, я много розыгрышей проводил, оп-оп-оп, ага, я еще тот игроман. Ну что, не смотрим, две взяли, опа, ну, хорошо, Артем, скрывайся. Цифра? 36! Это точно? 36! Пригласительный билет с номером 36! 36 номер есть, нету? 36 раз. Это я. 36, 2. Ты не можешь курить? Нет. 36, 3, далее. Добавляйте нам еще одну, будьте добры. Так. Ага, помешали. Давайте. О, не смотрю. Тоже узнать что-то потом, что вы хотите, чтобы застрелили именно меня, да? Спасибо, тогда вы открывайте. Так, а ну-ка. 159! 159! Этого не может быть, не знаю. Охрана, выведите этого человека, кто это такой? Охрана, будьте добры, кто-то чужой зашел. Давайте сверим, давайте на камеру даже покажем. 159, 159. Это правда, это так. Секунду, ребята. Как вас зовут? Сумит. Чего заржали сразу в этот момент этой сети? Я не могу понять, что такого. Ребята, у кого телефон? Сейчас, давайте сейчас, подождите, сразу не вручайте. Сразу, тут немного нужно прелюдий таких. Дамы и господа, дорогие друзья,
Только сегодня, только здесь, на сцене ночного клуба «Мисто». А «Боб-трейн»! Может, вы отвлечетесь, пока от разговора, Александр? Я тут так пытаюсь. А «Боб-трейн» получает невероятный подарок. iPhone 6s. Парень, которого пригласите в ЕС, а счастливый с номером 159, с вами на аплодисменты! Поздравляю вас! I promised someone else who needed it more. That's why I will not keep this one to me. Whenever I will go to home, I will give the one, and that one I promised. Он обещал кому-то дома в Индии, что если он выиграет, то этот телефон ему достанется. Он его открывать не будет и с собой возьмет в Индию. And the second one is that today is a very good day for my family also, because my little brother got job, government job today in Indian Navy. Это хороший день для его семьи, его младший брат получил государственную должность сегодня. Спасибо большое. Отдельно будет свет и картин вам, друзья, похлопайте, пожалуйста, громко в ладоши. Слушайте, ну, как мы и обещали, мы сегодня разыграли массу подарков, которые разыграли сейчас в бою в ритме лотереи для вашего пригласительного этого. Боже мой, спасибо большое. Хотелось бы также, друзья мои, в эти минуты... Да-да-да, хорошо, я сам этого хочу. Хотелось бы в эти минуты лишь сказать об одном. Наступает 2016 год, он уже совсем рядышком. Каждому постучится в окошко в этом году, и каждому постучится с большим кусочком счастья. Мы желаем вам счастливого празднования Нового года. Мы желаем вам счастливого празднования, спасибо, сегодняшнего дня, юбилея, 20-летия. И, конечно, давайте еще раз громко, как можно, так сказать, завершающий момент, но не завершающий момент этого вечера, поаплодировать «Боб-трейн». Дамы и господа, огромное спасибо, «Боб-трейн» с юбилеем! Попрошу Сатина, чтобы ее наградили. Наградил. Самый лучший, самый активный работник Анна Андреевна. Поздравляю. Спасибо за то. Thank you.
I love Bobtrade. I love Bobtrade. I love Bobtrade. And I love Bobtrade. Я люблю Bobtrade. And I love Bobtrade. Я люблю Bobtrade. I love you guys. I love Bobtrade. And I love Ukraine. I love Hakov.